Привет, друзья! Ждали доктора натуропата, а тут, понимаете ли, какой-то Дед Мороз с косичками. Но это все-таки я, Баече, будущий доктор натуропат. Да, друзья, в канун Нового года я сделала себе шикарный подарок. Я поступила таки учиться на доктора натуропата, но совсем недавно я выкладывала видео, в котором говорила вам, что хочу учиться у Михаила Советова и просила вашей поддержки. Совершенно неожиданным для меня образом моя судьба сделала крутой вираж, и в один прекрасный день я стала студенткой, но не школы врачей-натуропатов Михаила Советова, как я планировала раньше, а другого учебного заведения, а именно Российского института инновационной натуропатии. Опускаю подробности, почему я остановила свой выбор именно на этом учебном заведении, но прошу обратить ваше внимание на список учебных дисциплин, которые мне предстоит изучать. Посмотрите, как много интересного, как много полезного, нужного и как много того, о чем я мечтала несколько лет, и наконец-то моя мечта сбылась. Все это я буду изучать, все это я буду практиковать и применять в своей практике консультанта-натуропата и помогать тем людям, которые обращаются и будут и впредь обращаться ко мне за помощью. Давайте расставим точки над «и» и определимся, кто такой доктор-натуропат, потому что, судя по комментариям, я понимаю, что у многих людей есть неправильное представление о том, кто такой доктор натуропатии. Начнем с того, что «доктор» в переводе с латинского означает «учитель». Не врач, как думают многие, а именно учитель. Доктор натуропатии – это специалист, который помогает пациенту бороться не с заболеванием и не глушить его симптомы, но находить причины этого заболевания или этих заболеваний и бороться именно с причинами, не с самой болезнью, а именно с причинами, которые вызвали появление этой болезни, и объясняя пациенту, как устранять причины этих заболеваний, доктор-натуропат помогает своему пациенту самооздоравливаться, самовосстанавливаться. Некоторые говорят, как же можно быть доктором натуропатии без знания медицины? Ну, во-первых, здесь опять происходит путаница. Врачи от медицины и доктора натуропатии – это несколько разные направления. И еще раз подчеркну, что врачи глушат симптомы заболеваний, а доктора-натуропаты помогают человеку находить причины и искоренять причины, которые вызывают заболевания. Кроме того, как вы заметили, в перечне дисциплин, которые я буду изучать в течение года в институте, есть базовые медицинские дисциплины. Некоторые говорят, вот на врача нужно учиться 6-7 лет. Ну, знаете, что я хочу сказать? На врачи учатся по учебникам. И можно, конечно, взять несколько учебников по медицине и изучать их 6-7 лет. Но можно взять те же самые учебники по медицине и изучить их за 6-7 месяцев. И нет ни одной причины, которая бы могла препятствовать этому, кроме тех, которые есть у нас с вами в голове. Поэтому я настроена самым решительным образом осваивать как и базовые медицинские дисциплины, так и много других знаний, которые будут нам давать в институте. По окончании учебы институт выдает два диплома государственного образца. Это диплом доктора натуропатии и диплом консультанта натуропата. Я очень рада, что это знаменательное событие в моей жизни, поступление в институт по той профессии, которую я мечтаю освоить в совершенстве, состоялось именно накануне Нового года, потому что как-то принято под Новый год получать какие-то чудесные подарки, и вот я сделала сама себе такой подарок, и я желаю всем моим зрителям также получать под Новый год те подарки, о которых они давно мечтают. Друзья, это мое не последнее видео. У нас с вами еще
есть один выпуск впереди до Нового года, в котором я еще раз вас поздравлю. И просто хочу сегодня напомнить еще раз несколько моментов, которые вы можете успеть сделать, пока не наступил Новый год. Итак, в этом уходящем году у меня все еще действует предновогодняя акция на два моих курса. Курс по оздоравливающему питанию и курс по очищению организма, которые можно выгодно купить со скидкой именно до 31 декабря этого года. В рамках этой акции действует 50% скидка на мое сопровождение в течение полугода по коррекции питания, по очищению организма. Второе. До 31 декабря этого года можно успеть записаться в женский проект. Это новый проект, который я создала для женщин после 50, как сохранить здоровье, молодость и красоту. Можно успеть записаться в этот проект со скидкой 50% до 31 декабря. После 31 декабря вступить в проект можно будет со скидкой 30%. И со 2 марта 2020 года, в тот день, когда проект стартанет, в него уже можно будет вступить только за полную стоимость. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Я поздравляю себя в первую очередь. Я поздравляю всех вас с теми замечательными событиями, которые уже происходят в вашей жизни и которые будут еще происходить. Я желаю всем счастья. Надолго не прощаюсь. Ваша Баечья.